Оп. Поехали. Ура! Для местных жителей открытие водозаборного узла – долгожданное событие. Для них, а также представителей депутатского корпуса, территориального отдела и временно исполняющего полномочия главы округа Эдуарда Арадушкина провели небольшую экскурсию по объекту. Две скважины – основная и резервная, глубиной порядка 140 метров. Расположены они на Каширском горизонте, снабжают артезианской водой. Новый водозаборный узел имеет производительность 1200 кубометров в сутки. Это позволит удовлетворить потребности в воде ближайших населенных пунктов. В деревнях Дроздово, Мильково, Беседа и Слобода, а также множестве СНТ, расположенных вокруг, проживает более 4000 человек. Эдуард Арадушкин дал старт работе в ВЗУ. Так, нажимаю режим работы задвижек. Запустить. Да, все. И все зашел в шалу. Сейчас все откроется, и в течение буквально 10 секунд уже начнется наполнение резервуара фильтрованной водой. Также временно исполняющий полномочия главы городского округа вместе с жителями лично проверил качество добываемой воды, которая благодаря установленной современной системе очистки соответствует самым строгим санитарным нормам. У нас теперь мощь такая появилась. Долго мы ее ждали. Это ВЗУ. Просили программу «Чистая вода», чтобы нас включили. Включили. Наконец-то. Ура! Попробовали воду. Как вам на вкус? Волшебная. Да, очень вкусная вода. Возведение объекта реализовано в рамках проекта «Чистая вода». Финансирование осуществлялось за счет федерального, регионального и местного бюджетов. И работа продолжается. Планы на ближайшее будущее. Это у нас ВЗУ номер 8, горки Ленинские. На самом деле там сегодня ведутся работы. Там даже водозаборный узел, скажем так, чуть побольше. Это примерно где-то на 4,5-5 тысяч жителей. Скорее всего, ближе к концу лета мы закончим эту работу. И я думаю, что все удачно будет складываться. И ВЗУ номер 8 заработает точно так же, как вот этот прекрасный водозаборный узел. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.